вчера в Онежском районе, сегодня в Котласском. Рост заболеваемости коронавирусом в регионе. Новых случаев относительно немного, 49, но расклад по муниципалитетам не воодушевляет. Среди инфицированных за последние сутки 27 жителей Котласского района, 15 архангелогородцев, 4 новых случая выявлены в Велигодском районе, по одному в Новодвинске, Ленском и Виноградовском районах. Выздоровело за сутки 32 человека, а администрация Онежского района подтвердила вспышку ковида в поселке Кодино. 25 инфицированных. Такой вот печальный результат юбилейного дня рождения, на котором находился житель другого региона с заболеванием. Добавлю, что общее число заболевших с начала пандемии в регионе почти 11 тысяч человек.